В эфире выпуск новостей, в студии Наталья Стафеева. Здравствуйте! С вечера пятницы на 2 дня будет перекрыта часть центра Одессы. Улицу Ланжероновскую закроют на участке между Екатерининской и Пушкинской, а Ришельевскую от Театральной площади до Дерибасовской. Проезд будет перекрыт до 23 часов 19 августа. Центральные кварталы перекроют для проведения торжественной части чемпионата Украины по минерали Кубок Лиманов. Традиционные для Одессы пятничные пробки во второй половине дня усугубила еще и авария. На улице Старопортофранковская дорогу не поделили легковушка и трамвай. Водитель иномарки пытался объехать вагон и врезался в него. По предварительной информации обошлось без пострадавших. Анатолий Гриценко в Одессе провел несколько встреч и круглых столов. Вопросы в регионах, отмечает народный депутат 2 созывов, схожи. Людей интересует и политическая ситуация в стране, но больше экономика и возможность управлять финансами на местах. Децентрализация в действии – действенный механизм создания реально комфортных условий для всех сфер жизни украинцев. Но сегодня, это звучало и на встрече в Одессе, рано говорить о реальной работе всей законодательной базы, способной запустить этот механизм в полную силу. Будемо об'єктивними. За останні роки 3,5 певні кроки з точки зору наповнення місцевого самоврядування ресурсами зроблені. Це плюс. І якщо ми об'єктивні, можемо бачити певні елементи, пов'язані з дорогами, прибудинковими територіями, більшими ресурсами для вирішення завдань місцевого самоврядування. Це факт. До кінця піраміда правильно не поставлена. Значна частина ресурсів розподіляється в Києві, а не там, де живуть люди. Я вважаю, що ідеал має бути тоді досягнений, коли, як індикатор, на місцеві вибори будуть ходити на порядок більше, ніж на вибори центральні. Коли люди будуть розуміти, що реальне життя тут, а не там, десь в Києві. Тому децентралізацію треба повести далі. Завис законопроект про зміни до Конституції в частині децентралізації 2014 року. Наша позиція – райони державної адміністрації мають бути ліквідовані, абсолютно, вони не потрібні. Обрані місцевою громадою ради утворять виконкоми і будуть працювати під контролем людей. Обласні державні адміністрації з такою назвою, чи префектури, чи щось придумають інше, не має принципового значення. Але з звуженими функціями, без втручання в вирішення господарських питань, з завданням контролю законодавства, координації регіональних представництв центральних міністерств на обласному рівні і з контролем за виконанням загальнодержавних програм, які фінансуються з центрального бюджету, якщо такі є. От це, власне, і їх функції. Це менша чисельність. Люди, які займаються справою, не лізуть в політику і не лізуть в господарську діяльність. Це треба реанімувати і повести далі. Рішення так називаємо політичної частини децентралізації, уверені експерти, дозволить существенно розширити економічні можливості регіонів. Одна з таких задач в сучасних реаліях – створення і використання високотехнологічних отраслей. Многі рішення економічного характеру розписані в учебниках. Не треба нічого нового придумати. Воно ясно. Другое есть технологические, интересные новинки, которые должны помочь определить нам те кластеры экономики, в которых мы на самом деле будем потом иметь визитную карту страны. Ну точно же это не зерно, которое просто вытягивается, не окатыш, а точно добавленная стоимость с интеллектом, со всем остальным, которое дает потом как драйвер и нормальные высокотехнологичные рабочие места, и нормальные зарплаты. На встречах Анатолия Гриценко с представителями науки, культуры, бизнеса и общественных организаций обсудили не только перспективы развития государства, но и аспекты социальной политики. В этом направлении сходятся во мнении участники всех встреч, тоже не початый край работы. И одна из главных ее составляющих – формирование гражданского общества. Мы будем работать дальше по формированию гражданского общества. Ведь общественный совет, вот, который я возглавляю, тем и занимается, что создает, формирует гражданское общество, гражданскую позицию. Нам важно, чтобы и в Киеве, в депутатском корпусе, в правительстве были люди, которые понимают, что без формирования гражданского общества в Украине, в любой стране, невозможно ничего делать. Нам нужно формировать гражданскую позицию, гражданское общество, самосознание людей. Тогда и остальные вопросы можно будет решать. Поэтому встречи, конечно же, будут. Подвел итоги встреч в Одессе лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко.
Надихає те, що громадськість включається у пошук шляхів підвищення місцевого самоврядування. Люди хочуть контролювати кожну гривню, куди вона йде, щоб це відчували всі. Хочуть мати прозорий реєстр всієї місцевої власності. Хочуть мати право на, принаймні, консультативному референдумі висловити своє слово так, щоб ніяка влада не змогла нав'язати своє рішення тоді, коли люди цього не хочуть. Місцевий рівень піднімається до рівня загальнодержавного. Крупного наркоагрария задержали в селе Ивановка Любашовского района. В огромной теплице местный житель культивировал коноплю. О том, что урожай созрел, в полицию сообщили соседи наркодельца. В целом у 46-летнего ботаника изъяли больше 2000 кустов наркосодержащего растения и 2 килограмма готового к употреблению зелья. После получения результатов экспертизы полиция примет решение о квалификации правонарушения. Женщину-водителя, которая в июне на Тираспольском шоссе насмерть сбила 4-летнюю девочку и ее тетю, суд снова оставил под стражей. Пенсионерка подала жалобу в апелляционный суд, однако он оставил в силе решение Приморского суда. Напомним, женщина на внедорожнике сбила девушку, когда та с малышкой на руках переходила Тираспольское шоссе по переходу. Девочка умерла на месте. Ее 20-летняя тетя через сутки в реанимации. Авария вызвала большой резонанс среди одесситов. Сама водитель утверждала, что не увидела пешеходов, так как ее ослепило солнце. Спустя месяц в районе ДТП был установлен светофор. По решению апелляционного суда виновница трагической аварии пробудет в СИЗО еще 2 месяца. Что касается Одесского СИЗО, то столичные чиновники вновь предлагают его перенести. В Минюсте говорят, что изолятор следует вынести за пределы города, а на его месте построить либо отель, либо очередной торгово-развлекательный центр. Куда именно хотят перенести следственный изолятор, в ведомстве пока не определились. На этой неделе гривна вновь не росла, и несмотря на валютный аукцион от Нацбанка, к концу недели на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос и вплотную приблизился к 28 гривнам за доллар. В обменниках же доллар еще с четверга стоил больше 28 гривен. Рост доллара не принес позитива мелким предпринимателям. Как и еще одно новшество от фискальных служб. Несмотря на многочисленные заверения должностных лиц разного уровня об упрощении ведения бизнеса в Украине, государство то и дело предпринимает шаги, говорят предприниматели, чтобы еще больше усложнить им жизнь, особенно тем, кто работает в сфере малого бизнеса. Постоянное повышение минимальной зарплаты влечет за собой увеличение налоговой нагрузки. А теперь фискальные органы требуют у банков предоставлять расчетные счета ФОПов. Эта новость обеспокоила бизнесменов и вызвала множество вопросов. Не будут ли разглашены таким образом их конфиденциальные данные, не возрастут ли для них и без того немалые налоги. Как будет проходить сбор информации, чем это грозит представителям малого бизнеса, ответы на эти и другие вопросы мы узнавали у экспертов. Сама процедура передачи данных предпринимателей обоснована и с точки зрения налогового законодательства. Объяснимо, рассказал эксперт. Это их логичное последовательное действие для выявления схем уклонения от уплаты налогов, уклонения и минимизации. Поэтому государственная фискальная служба выполняет свои задачи, которые перед ней поставлены. Банки, как бы понимая цели государственной фискальной службы, они не могут там возражать или противодействовать. Но все вот эти запросы фискальной службы, предоставление банками информации, оно должно быть урегулировано и соответствовать требованиям закона. Предложение о том, как будет осуществляться передача данных банкам, фискалы обещают подготовить к сентябрю, после чего эта процедура будет проводиться регулярно. Самое важное, чтобы вся отчетность по малым предпринимателям проводилась строго в рамках законодательных норм, отметила специалист. Предоставление этой информации на регулярной основе – это говорит о том, что должна быть какая-то форма отчетности. И, естественно, для введения этой формы отчетности необходимо изменение к нормативным документам. Поэтому на данном этапе разрабатываются эти изменения, и, скорее всего, такая форма отчетности появится, поскольку и европейское законодательство, оно идет на пути к большей прозрачности и большему раскрытию информации.
информации для того, чтобы не применялись схемы, которые позволяют минимизировать или уклоняться от налогов. Для самих бизнесменов новация несет мало изменений, пояснил эксперт. Правда, только для добросовестных плательщиков налогов. Для тех же, кто работает по серым схемам, новая отчетность обернется серьезными осложнениями. Банки попросту могут отказать такому предпринимателю в обслуживании. Сказать, что банки на сегодняшний день обслуживают, не задаваясь такими вопросами, так сказать нельзя. Но, вероятно, какая-то часть средств все-таки идет мимо бюджета, не облагается налогами, и поэтому Государственная фискальная служба, видимо, имея на руках определенные расчеты, понимает, что необходимо в этой сфере поработать для того, чтобы все-таки такие схемы, варианты искоренить. Рассказал эксперт и о примерном выигрыше бюджета от этой новации. Применение вот этой схемы использования личных счетов для предпринимательской деятельности приносит где-то приблизительно потерь бюджета до 2 миллиардов гривен в год. То есть, ну, можно сказать, что вот на эту сумму, если эти расчеты и исследования верны, то увеличится поступление в бюджет, но и, соответственно, для предпринимателей, которые применяли эту схему для минимизации своих затрат, возрастет какая-то налоговая нагрузка. На данный момент почти половина всех физлиц-предпринимателей Украины пользуются услугами банков не как ФОП, а в качестве частных лиц. Как считают в фискальной службе, это позволяет им уклоняться от налогов. Они полюбили природу, животных, птиц и других обитателей нашей планеты с самого детства. Кто эти ребята? Конечно, юные натуралисты. В день юнатов в Одесском зоопарке собрались вместе участники кружка «Питомец», чтобы провести этот праздник в кругу своих любимых подопечных животных. Кружок юных натуралистов существует в Одесском зоопарке практически со дня его открытия. Сегодня его посещают 30 ребят, увлекающихся животными и природой в целом. В день юнатов преподаватели кружка устроили для своих учеников праздник с подвижными играми, квестами и, конечно, с участием братьев наших меньших. Юнаты – это наше будущее. У нас очень многие сотрудники зоопарка – это люди, которые в детском возрасте были юнатами и ходили в зоопарк вот в качестве юных натуралистов. Это как бы такой резерв на будущее. Эти дети, которые сегодня набираются новых знаний, которые посещают кружок постоянно, они уже как бы преданы своему делу. Потом из них могут получиться прекрасные биологи, зоологи, ветеринарные врачи и так далее. Особо радовались в этот день мартышки. Ведь для них юнаты готовили настоящее праздничное лакомство. Решили сделать подарок мартышкам. Вот такой вот шведский стол из вкусных фруктов, семечек, ягод. В общем, то, что любят мартышки. Ребята сделали такие тарталеточки. Вот мы остатки еще добавляем сюда. И сейчас будем смотреть, что у нас мартышки будут кушать первыми. Что им понравится больше всего. Мартышкам такое угощение явно пришлось по вкусу. Вообще, признаются преподаватели кружка юнатов, они стараются, чтобы их ученики как можно больше времени взаимодействовали с животными. Дети с удовольствием приходят всегда с таким вот азартом и с любовью к нашим питомцам. Сельский дворик – это вообще любимое место. Они их кормят, водичку меняют. Конечно, всегда есть желание подержать в руках того же кролика, ту же курицу. У нас есть такие питомцы, которые даются в руки. Благодаря детям практически они с малых лет их с ними играются, поэтому в первую очередь вот такая вот работа у нас. Сами юнаты говорят, учиться в кружке для них интересно и познавательно. Мы здесь в основном смотрим презентации, подготовленные учителем. Она нам рассказывает о животных, там иногда о растениях. Так изучаем природу. А после занятия идем в зоопарк, смотрим на наших питомцев. Летом мы помогаем нашим младшим братьям в отдельном месте. Это у нас есть
сельский дворик, там животные, которым нужна помощь, куры и подобные животные. А летом мы можем ездить в всякие места, например, в Николаевский зоопарк, в заповедники, в музеи, которые связаны с зоологией и подобными местами. Это очень интересный кружок. Многие из участников кружка юнатов не только помогают в уходе за животными из зоопарка, но и имеют дома любимых питомцев. Некоторые даже взяли их с собой на праздник. Ева Катерина пришла сегодня в зоопарк с ручной крысой. Ее зовут Мармеладка. Ей почти 3 года. Я ее сначала купила такой молочной расцветки, она побелела с возрастом. Она очень умная, я с ней все время гуляю. Она если не очень хочет гулять, тогда она ко мне залезет на ногу. Я понимаю, что она не хочет гулять. Мармеладка не единственный питомец девочки. Дома ее ждут еще 2 хвостатые любимицы. У меня еще дома 2 крысы. Дамба, крыса Дамба, веслоухая. Еще у меня дома сфинкс, крыса. Ее зовут Сосиска. И еще есть крыса Карамелька. Участники кружка питомец уверены, если ты настоящий юнат, то на первом месте для тебя должны стоять не только знания по зоологии и биологии, но и реальная помощь братьям нашим меньшим и окружающей среде в целом. В честь праздника ребята прочли стихотворение на эту тему. Если ты большой начальник, производство на тебе. Сделай так, чтобы отходы вред не нанесли земле. В возрасте любом ты можешь охранять природу мать, и на склоне лет найдется уголок, чтоб погулять. Стремись животных защищать, они же братья наши. Стремись чуть-чуть добрее стать, мир этот сделать краше. Многие юнаты рассказывают, в своей жизни им уже доводилось спасать животных. Бездомная собака, нам ее тетя привезла. Она сказала, что мы ее спасли, потому что она оставалась сама дома. У нее была сильно поранена нога, мы ее принесли в ветеринарку и обмотали ногу. Через 2 недели она уже бегает, и мы ее выгуливаем вместе. Другие собираются связать свою будущую профессию с зоологией и ветеринарией. Я хочу стать ветеринаром, я хочу больше узнать и развиваться в этом. Сотрудники Одесского зоопарка уверены, опыт общения с животными пойдет на пользу любому ребенку, поэтому стараются уделять юнатам как можно больше внимания. Зимой на занятиях в кружке дети приобретают в основном теоретические навыки, а летом занимаются практикой. Это и умение обращаться с животными зоопарковскими, это навыки ухода за животными, может быть, какие-то навыки ветеринарного обслуживания, там какие-то азы могут прививаться. Кроме того, мы наших деток возим в поле, то есть такие мини-экспедиции для того, чтобы их, во-первых, приучать полевой жизни. Это очень важно для будущих зоологов. Это позволяет в природных условиях знакомиться с животными, не только с животными, но и с растениями, с ландшафтами, и учиться любить свою землю. Преподаватели кружка юнатов также говорят, такое хобби для ребят в сегодняшнее время гаджетов и технологий очень важно, ведь оно помогает прикоснуться к настоящему. Главная наша задача – это в первую очередь привить любовь к природе, потому что сейчас у нас дети все в телефонах, в компьютерах, забываем о красоте природы, о самом главном, что именно природа, животные – это часть нас, людей, детей. Стать юнатом Одесского зоопарка может каждый ребенок от 8 лет и старше, который любит природу и животных и хочет узнать о них как можно больше. «Чьих будешь?» – спрашивали в старину, когда хотели узнать принадлежность человека к тому или иному сословию. В былые времена происхождение или принадлежность к тому или иному сословию имело большое значение. Сегодня в современном мире, в цивилизованных странах, человека в большей степени ценят за его способности, мышление, пользу, приносимую обществу. В то же время именно сегодня в нашей стране очень возрос интерес граждан к истории своего рода. Одни хотят узнать, кем были их предки, где жили, чем занимались, передались
перенесли их знания и опыт следующим поколениям на генетическом уровне. Другие, пользуясь возможностью, планируют поменять гражданство и поискать счастье в другой стране. Ведь на территории Южной Пальмиры издавна проживали люди разных национальностей, предки которых волею судьбы разбросаны по всей стране и за ее пределами. А за информацией в основном обращаются в Государственный архив Одесской области. Так поступила и исследователь Надежда Иксарева, когда решила составить родословную своей семьи. И работа с документами, хранящимися в архиве, уже принесла результаты. О новых находках профессора кафедры архитектурных конструкций Одесской государственной академии строительства и архитектуры Надежды Иксаревой в новой архивной Одиссее, программе совместного проекта Государственного архива Одесской области и нашей телекомпании. Наверное, я очень счастливый человек, потому что мне посчастливилось стать членом семьи, очень уважаемой семьи, достойной семьи, семьи Ксаревых. И это дало мне и личностный огромный рост, и профессиональный, и, конечно, любовь, душевность этих людей не только что согрели, но позволили мне состояться как человеку, скажем так, было, ну, продолжили то, что дали мне мои родители, мои корни. И очень хотелось, конечно, особенно имея двух сыновей, четырех внуков, чтобы они знали, узнали о своих корнях чуть-чуть больше. В семье практически не сохранилось документов о предках, но в Государственном архиве Одесской области при поддержке сотрудников удалось отыскать след, по которому можно будет восстановить родословную, продолжает рассказ Надежда Максимовна. Мы еще не выстроили все дерево, но каждый документ, даже о прививке дедушки, или ходатайство, прошение, что тоже показывает о том, как заботились о детях, именно пишет инспектору и подписывают тоже те, кто беспокоится о нем, это просят директора Одесского следующего училища принять на учебу Ексарева Дмитрия, вот сироту Михайловского-Семеновского сиротского дома. К сожалению, мы пока еще не нашли материала вот по Михайловско-Сиротскому дому. Конечно, нам нужно выстраивать еще отдельные различные ветви, ответвления, и каким образом он стал сиротой, потому что мы уже и нашли материалы о смерти его матери, но не знаем ее девичью фамилию. То есть, конечно же, это какое-то начало работы, но, поверьте, это дало такой толчок, такую теплоту в душе и такую радость о том, что огромное поколение людей, род, создавали, созидали, делали добрые дела в Одессе, Одесской области, в Одесском регионе. И что это продолжили вот как отец, наши дети, архитекторы. То есть это, конечно, от этого становится теплее и радостнее. И, конечно же, это настоящая подпитка. И самое главное, я думаю, что это самая верная история. То есть ту, которую не нужно переписывать, не нужно придумывать, а это просто собирать по крупицам то, что сделали и как достойно и красиво жили наши предки. Поэтому это очень здорово. Это действительно какая-то энергия получает, по-моему, вся семья от таких материалов. Различные старинные свидетельства также стимулировали дальнейшие исследования, рассказывает Надежда Максимовна. Очень трогательно, когда есть такие вот реальные, конкретные кусочки, которые позволяют, ну, вот как цепочку собрать событий, связей и понимание того, что ты не один в этом мире. И вот как крыло, которое дает, по-моему, 144 нужно человека, чтобы дать два человека и продолжать дальше род. Поэтому, конечно же, такие материалы, они вселяют надежду и позволяют семье дальше жить и радоваться, и самое главное, гордиться своим родом. Погода все еще радует отдыхающих и дарит возможность насладиться последними неделями лета, позагорать и поплавать в теплом море. Как проводят время на побережье одесситы и гости города, узнавали наши корреспонденты. Чаще всего отдыхающие предпочитают на пляже лежать, загорать и плавать. Но есть и те, кто любит активный отдых. Плаваем, ныряем активно, в принципе, и с ребенком играемся. Здесь нормальный пляж, активные люди приходят, волейбольная площадка, нормально, отлично, молодцы. Я на пляже бываю вообще очень редко, но мы обычно приходим с друзьями с пирса попрыгать, поплавать, ну, и волейбол играть любим. Некоторые совмещают приятное с полезным.
загораю, купаюсь и наслаждаюсь хорошей погодой. Ходим, гуляем, смотрим новые места, наслаждаемся прекрасным морем. Книгу обязательно в телефоне. К счастью, у нас теперь есть возможность все гаджеты, все книги иметь в гаджетах. Плаваю, да. Люблю плавать к буйкам, обратно сжигать калории, потому что обычно летом много фруктов, а фрукты калорийные. Поэтому что как не купаться, поможет избавиться от ненужных калорий. Отдыхаем. Только отдыхаем. Весь год работаем и просто отдыхаем. Читаем кроссворды, разгадываем. Я предпочитаю больше активный образ жизни вообще, в принципе. Я легкоатлетка, как бы занимаюсь спортом. Сейчас пришла именно загореть, потому что мне надо для съемки модельной. Во многом вид пляжного отдыха определяют жизненные обстоятельства. Например, у мамы с ребенком нет времени для активного времяпрепровождения. Раньше играла в волейбол, пока не появился ребенок. А сейчас играю с ним в песочницу. Плаваем больше, конечно, потому что его вообще тяжело оттуда вытащить. Больше плаваем, но вода иногда бывает настолько грязная, что невозможно туда залезть. А для некоторых поход на море – это рыбалка. Рыбку половить, пока ветра нету. Ставридка пошла. Это ж приезжие любят полежать, мороженое полезать. А мы лучше дома под кондиционерчиком. Не будем им мешать наслаждаться прелестями нашего города. Чистый пляж и прозрачная вода. Что еще нужно для полноценного отдыха? Довольно нормально на этом пляже. Бывало хуже. На 16-й станции были, в Затоке бываем. Там похуже. Пакеты люди бросают. Бычков меньше стало. Было больше в прошлые года. Сейчас поменьше. Это море у нас чистое. Если кто-то увидел траву и кричат, что это грязно, это люди не соображают, что это органика. Они же в моря не ходили, не знают, что такое правильно загрязнение. Сегодня, в принципе, чисто, даже мальков сегодня поймала. А так море бывает, да, частенько грязное. В принципе, неплохо. Но в той стороне пляж чище. Но там приватный, наверное. Мне надо мусорить, вот и все. Пусть бы выбирали. А море супер. Очень классно. В этом году классно. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Фискальные органы требуют у банков предоставлять расчетные счета ФОПов. Эта новость обеспокоила бизнесменов и вызвала множество вопросов. Не будут ли разглашены таким образом их конфиденциальные данные и не возрастут ли для них и без того немалые налоги? Как будет проходить сбор информации, чем это грозит представителям малого бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы мы узнавали у экспертов. Это их логичное последовательное действие для выявления схем уклонения от уплаты налогов, уклонения и минимизации. Поэтому государственная фискальная служба выполняет свои задачи, которые перед ней поставлены. Банки, как бы понимая цели государственной фискальной службы, они не могут там возражать или противодействовать. Но все вот эти запросы фискальной службы, предоставление банками информации, оно должно быть урегулировано и соответствовать требованиям закона. Кружок юных натуралистов существует в Одесском зоопарке практически со дня его открытия. Сегодня его посещают 30 ребят, увлекающихся животными и природой в целом. В День юнатов преподаватели кружка устроили для своих учеников праздник с подвижными играми, квестами и, конечно, с участием братьев наших меньших. Решили сделать подарок мартышкам вот такой вот шведский стол из вкусных фруктов, семечек, ягод, в общем, то, что любят мартышки. Ребята сделали такие тарталеточки, вот мы остатки еще добавляем сюда, и сейчас будем смотреть, что у нас мартышки будут кушать первыми, что им понравится больше всего. Погода все еще радует отдыхающих и дарит возможность насладиться последними неделями лета, позагорать и поплавать в теплом море. Как проводят время на побережье одесситы и гости города, узнавали наши корреспонденты. Плаваем, ныряем активно, в принципе, и с ребенком играемся. Здесь нормальный пляж, активные люди приходят, волейбольная площадка, нормально, отлично, молодцы. Рыбку половить, пока ветра нету. Ставридка пошла. Это ж приезжие любят полежать, мороженое полезать. А мы лучше дома под кондиционерчиком. Не будем им мешать наслаждаться прелестями нашего города. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.